Вчера вечером, когда мы собирались лететь на утро в Сеул, я говорю мужу: слушай, я же босоножки взяла с собой, а я все хожу в этих кроссовках. Они мне ни под что не подходят, а я все в одних. Завтра на встречу с Вероникой я одену юбочку, босоножечки и пойду как положено. Симпатичная такая вся. Муж говорит: сейчас я посмотрю, сколько градусов будет в Сеуле. Ага. Плюс 4. Ну, днем, говорит, плюс 14, так что ты можешь юбочку и босоножечки. Я говорю: не-не-не-не. Я тогда уж, ладно, бог с ним, опять так, не под цвет, но вот у меня шарфик, вроде как что-то гармонирует. Вот, и идем, ветер такой, пришлось вот и куртку даже одеть, и капюшон одела, потому что ветер. Вот, и, ну, на ветру-то и не 14, наверное. Мы сейчас находимся в двух остановках метро от аэропорта Инчхон. И здесь все абсолютно, вот все начинается на Air. Вот там Airtel, Air Arctic, Air Stay, Air, вот этот наш Relax. Наш отель Air Relax. Ну, воздушный, наверное, можно перевести Relax, да? Идем, идем. Я говорю: о, слушай, смотри, говорю, тут Москва. Это наше место. Ну все, остановились возле Москвы. Он говорит: ну все, ты пришла. Да, вот аэропорт, отель, вот я вижу, ага, с этой стороны. Ну все, вот мы пришли, то есть фактически мы там, докуда шли. Все, мы тут. Так что сейчас буду следующее видео снимать уже из отеля. Номер показывать. Всем привет из Сеула, аэропорт Инчхон.